flutter behind you, your possible past. Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. Entwine with cattle trucks lying in wait for the next time. Привет всем. Коллективный мозг, желавший декодировать послание, которое заключено в клипе Deutschland, накопал достаточно много деталей, достаточно много идей, чтобы подвести промежуточные итоги и выпустить вторую часть. Но до окончания еще далеко. Кроме того, сами авторы фильма «Спектр» опубликовали несколько подсказок или ключей. В какой степени им можно верить и насколько буквально воспринимать, тоже вопрос сложный. Спасибо энтузиастам, некоторым особенно. Кое-кто буквально в лупу рассмотрел чуть ли не покадрово все видео и продолжает еще рассматривать. Кто хочет ознакомиться со всеми деталями, тому придется просто прочитать все 500 комментариев, которые написаны к части первой, вставляю ссылку в угол. Чтобы свести их всех вместе, придется просто взять оригинальное видео и обводить на нем кружками чуть ли не на каждом кадре по нескольку разных объектов, что будет сложно и не нужно, да и нарушает копирайт. И опять же, вопрос не в деталях, вопрос в смысле, а с ним все еще пока сложно. Но можно и нужно подвести некоторые промежуточные итоги. Во-первых, хочется отметить, что в этом фильме-клипе присутствует странный феномен притяжения. Это трудно отрицать, особенно мне, как человеку очень далекому от фанатов Рамштайна. Но почему-то послание, которое в этом клипе заключено, сознание посчитало очень важным, значимым, имеющим какое-то отношение непосредственно к реальной жизни. И судя по количеству просмотров на оригинальном ролике, это не у меня одного, это некий паневропейский феномен. Клип воспринимается не просто как беспорядочная нарезка или смешение фактов, как некоторые думают. У меня восприятие совершенно иное. У меня это восприятие как пазла, загадки, которые нужно сложить, упорядочить элементы этого сообщения, чтобы оно могло наконец быть прочитано. Коллективными усилиями мы накопали много букв в этом тексте, но далеко не все из них пока складываются в слова и тем более в предложения. И мне слабо верится в случайность деталей. Хотя вот один человек в инстаграме «Спектр» прямо спросил, почему Руби в сцене с нацистами смотрит то одним глазом, то другим. И от «Спектр» ответили буквально следующее. «Haben das Bild gespiegelt, weil es besser aussah». То есть буквально «озеркалировали картинку, потому что так лучше выглядело». Вот в этот момент мне лично верится с трудом. Во-первых, потому что не вяжется с серьгами, а во-вторых, потому что снимали немцы. Еще если бы это были французы, я, может быть, поверил бы. Но если авторы правда настолько свободно обращались с этими буквами, что можно просто развернуть ее зеркально для красоты, то, конечно, это снижает общую значимость всего текста и может приводить к сильным ошибкам в интерпретации. Я сам осторожно спросил в инстаграме, не является ли красный столб порталом, как мы заподозрили. И, в общем, спектр отмолчался, не подтвердил, не опровергнул. Центральная идея понимания клипа у меня не изменилась. И если кому-то показалось, что в первом ролике я слишком абстрактно об этом говорил, я скажу коротко и ясно. Как уже подмечалось, лучшие художники используют выдумку, чтобы сообщать правду, доносить правду. Сказка-ложь, да в ней намек. И в данной сказке, в кавычках, донесено то, что 20 век не был последним моментом проявления активности вот этой темной женской сущности. Эта звезда взойдет вновь, взойдет сильнее и ярче прежнего. И по сути это уже происходит. Ростки этого нового всхода были посеяны еще на исходе предыдущего урожая. Это и проявляется в кадрах из тюрьмы Шпандау. А это скорее всего все-таки тюрьма Шпандау. То есть в лучшем случае меняется форма процесса, но не меняется его суть. Почему это трогает обычных людей? Ну потому что обычные люди будут пищей для этой машины. Она будет пить их кровь, буквально и в переносном смысле. И дом этой силы, сущности,
реально где-то в Германии Магна. Почему, неизвестно. Настоятельно советую интересующимся прочитать статью Константина Анатольевича Крылова. Я вставлял ее в описание к прошлому ролику и вставляю к этому тоже. Это образованный человек, умный, и его стоит выслушать, даже если не соглашаться. Во-первых, после прочтения его статьи я окончательно убедился, что речь идет про голову врага все-таки, а не предателя. Но это не все объясняет. Во-вторых, прекрасная идея с оборотнями. Она очень многое объясняет и позволяет сложить многие кирпичи вместе. И в этом свете слова песни играют совершенно по-новому, правда ведь? Европейская мифология про оборотней обширна, можете сами почитать. Да и в поп-культуре тоже эта тема раскрывается. А сами авторы, Спектр, делают тонкие намеки с помощью хэштегов в Инстаграме. И они сами, не я, называют эту группу из шести бандой или стаей. И также используют хэштег «вампиры». Хэштег «вампиры» тоже многие вещи ставит на свои места, сразу становится понятен, во-первых, прикид этой шестерки, особенно их прикид в современном обществе в 20 веке. Во-вторых, становится понятно, что это ей не враги, это ее дети, ее команда. Становится понятен ее тройной образ, как их руководителя, их матери и ангела-хранителя. Мать вампиров или мать оборотней. Это может поменять ее название, с вавилонской блудницы, на мать вампиров. Но это не меняет сути того, кем она является и что будет происходить при ее непосредственном участии. Это в рамках христианской вселенной она называется вавилонской блудницей. А так, в принципе, кому больше нравится Кали, называйте ее Кали. Из вампирской темы несколько понятнее, почему у нее разный цвет глаз в разных сценах. Там, где она такая, подобно монашке или ангелу, глаза не отливают красным. Потому что в эти периоды или в этот момент она не питалась человеческой кровью. Соответственно, две коровы, которые стоят на родах, они стоят не для молока, как можно было подумать изначально, они стоят для крови. На это намекает и некоторое оборудование. Остается загадкой, происходит ли это разово, рождение этих вампиров-оборотней, или это циклический процесс, который повторяется, или она их прибавляет. Также не очень понятно, почему они иногда оказываются по разные стороны баррикад. Более-менее понятно желание этих оборотней иногда избавиться от своей мамаши, убить ее, но, судя по всему, так просто этого сделать нельзя. Еще встала на место сцена с пиршеством на теле Германии. Это реально темное причастие, и за столом сидят псы, они объедаются, начинают грызться, драться, и их рвет, что у собак обычная вещь при переедании. Интересный вопрос, является ли луч порталом, и если является, то порталом куда? Во времени, в пространстве, в разные места или в одно место. В Большом соборе, где собираются войска, судя по всему, присутствуют два этих столба красного света, еще с непонятными прямоугольниками по сторонам. То есть, возможно, это выход и вход. А там, где столб торчит посреди поля битвы, это, соответственно, то, откуда они вышли и куда потом ушли, те, кто остался. На катастрофе Гинденбурга стоит хэштег «саботаж». Можно понять, как кто-то саботировал Гинденбург, и на нем летела эта команда. Но они не погибли, потому что либо оборотни, либо вампиры, либо и то, и другое вместе. Либо саботаж устроили они сами, потому что им это было почему-то нужно. И тогда у этих горящих скелетов на постаментах совершенно другой смысл появляется. Еще один большой ключ выложили сами авторы, Спектр, хотя один из комментаторов подметил это и в первой части, что флаги на рукаве у так называемых космонавтов меняются. Что может означать несколько разных вещей, но в первую очередь то, что прилетов туда происходит несколько. И даже замечен флаг несуществующей страны. Страны, которая, возможно, только будет еще когда-то. Кстати, собственно, американского флага я так и не разглядел, я не пойму, где он там присутствует. Возможно, меняется число этих космонавтов. В одном ракурсе их 5, в другом ракурсе 4. Когда они гладят живот, их вообще трое. То есть ее ослабевшую привозят в это небесное пространство или гиперпространство, в эту космическую Волгаллу. Там она приходит в себя и рожает следующую партию оборотней, которые потом вместе с ней сходят в мир, заниматься там своими делами. В том числе, возможно, разные экспедиции освещают там пространство разным цветом и встречают разные памятники из разных периодов прошлого. Хотя вот статуя Альбрехта Медведя подсвечивается в одном месте явно красным, и сканер сканирует ее в одном направлении, а в другом месте синим, и сканер идет в обратном направлении. То есть такое ощущение, что это могут быть две разных экспедиции, между которыми несколько сотен лет.
А вот как примерно складывается история, если рассматривать вариант с порталами. Самое начало истории, потому что пока я не готов сложить всю эту картину в единый пазл. 16-й год нашей эры. С неба падает луч. Ночь. Это какой-то остров там посреди воды. Это портал, лифт. Открыто некое окно. В это окно прилетает волчица с волками. И они делают вылазку против римлян. Кого-то приносят в жертву, кого-то просто убивают. Ценную голову забирают с собой. Как трофей или как часть религиозного культа. В момент, когда они еще не закончили, на них натыкается небольшой отряд, который где-то там бродил. Может, заблудился, может, это был патруль. Патруль видит, что произошло, и бросается в атаку. И это первый раз, где хорошо видно человека с завязанным глазом. То есть это был римский солдат изначально. Все они кидаются в атаку на женщину и на волков. И нам не показывают, что случилось дальше. А случилось, судя по всему, вот что. Римлян убили всех, кого-то снова принесли в жертву, кого-то просто убили, а кого-то обратили в своих сторонников, взяли к себе. Они стали тоже либо вампирами, либо оборотнями. И, видимо, солдат, у которого была проблема с глазом, он стал одним из них. Когда стая завершает свою операцию, они снова уходят в этот луч, в портал, и возвращаются в это свое гиперпространство. И там идет сцена, когда они ее катят на коляске, потому что она, скорее всего, ранена. Либо, как вариант, это знак почета и уважения. А она гладит эту голову, ее ценный трофей, знаковый трофей. И также они улетают после битвы под Гинденбургом, в свете его прожекторов. Возможно, поэтому дирижабль сгорает, что либо его убирают как свидетеля, либо он пострадал в результате грозы или магии, там непонятно, что это было. Она точно поднимает своих павших магией, то есть это неубиваемые до конца существа, или очень трудно убиваемые. Пока большую загадку все еще представляет собой сцену в концлагере, или несколько сцен, потому что непонятно, происходит ли это один раз или несколько циклов. В клипе крайний стоит в очках, в титрах он же без очков. Либо время циклится, либо ветвится, либо волчица опять отыгрывает его назад, чтобы поднять своих подчиненных. Интересно, те, кто успел оскорбиться на использование кадров в концлагере, оскорбятся еще сильнее, когда узнают, что это история про оборотней или вампиров? Посмотрим. В заключение посмотрите на подборку фотографий одного известного фотографа по имени Уолтер Френдс. Похоже, что сцена в концлагере выстраивалась именно на основе его съемок, и это были цветные съемки, во время Второй мировой. Сказка ложь, да в ней намек. Когда все было очень серьезно. И когда это начнется снова, оно будет тоже очень серьезное, даже, скорее всего, серьезнее. И нашу страну оно коснется примерно в том же стиле, в каком коснулось в прошлый раз. А в завершение, для передачи, так сказать, атмосферы, цитата, пересказ рассказа самого Уолтера Френдса. Почувствуйте дух и настроение, в котором это все происходило. Как эта темная сущность оперирует. Всем пока, удачи. Идеи с продолжениями расшифровки прошу в комментарии. The man who took the color photographs, which were in the Hitler biography, is a photographer called Walter Frenz. He's still alive. Eventually, when I got to know him very well, he showed me his collection of 3,000 color transparencies that he took when he was on Adolf Hitler's staff as a film cameraman. There's a picture of him earlier in the book with his film camera taking a picture. Beautiful photographs, and I used to go and visit him at Lake Constance, which is near Switzerland, as you know. And we would talk far into the night, and eventually he would describe to me how he saw a mass execution going on. Himmler, the chief of the SS, came up to him and said, Herr Frenz, it's boring here in Hitler's headquarters, isn't it? You want to go on an outing with me? Frenz said, sure. And Himmler says, well, we're off to the Eastern Front for 3 days. And for 3 days, they toured the Russian front, visiting SS units and police units. And Frenz has told me the same story over the last 15 years, two or three times, and he adds more and more details each time he tells me, you know, the way the memory remembers things that he didn't really want to say before. And he said, one evening, as we're drinking, Himmler says to me, Herr Frenz, tomorrow morning I'm going to go and witness a mass execution. Do you want to come along? Now, I've got to admit, this is where the German mentality and the English mentality obviously diverge. If somebody said to me, Mr. Irving, tomorrow I'm going to go and witness a mass execution, do you want to come along? I would find something else to do that morning, believe me.
I'd look at my watch, I'd say, well, my timetable was rather crowded. Thanks for the invitation, but can I give a rain check on him? Prinz said, clicked his heels and said, Herr Reichsführer, I'd be delighted to come along. And he finds himself at 7 or 8 next morning standing on the edge of a field, the way you've imagined it. A large, windswept, desolate field somewhere outside Minsk. It was August 1941. We've located it now. We know exactly what day it was. Watching as truckloads of civilians are driven up to pits on the far side of the field, being unloaded from these trucks, forced to line up, forced to take off all their valuable clothes and their valuables and put them in boxes and then stand up in a line against the edge of a pit and be machine gunned into this pit. And he watches it for an hour. And he describes various other details. He's telling me the story at 2 o'clock in the morning over a bottle of rather fine wine, and his wife, who's listening, round-eyed, this is back in about 1980, 1975, she says, Walter, you never told me this. And he's rather embarrassed. He's obviously, the Germans say, vergaloppiert. He's let his mouth, he's running off his mouth a bit. And his wife says, Walter, were there women and children there being killed as well? And he says, I can't remember. And you know he can remember. You see, I got these people to talk to me. Hitler's private secretary, a dear old lady who died 10 years ago, she was his secretary for 12 years, from 1933 until 1 week before he committed suicide. She was with him in the bunker in Berlin, Christa Schröder. She became so close to me as I worked on her that she actually gave me the only self-portrait that Hitler sketched of himself. I have it in the car outside, a very valuable piece of paper. She said, you know, Herr Irving, I think you're wrong about Hitler and the Jews. This is again at like 3 in the morning, a conversation over tea or wine. I think you're wrong about the chief, she called him, the chief and the Jews, or A.H., she called him A.H. as well. A.H. could be very cruel. And knowing the way with Christa Schröder to get her to talk was to play her like a fish, not to tug, but just reel out a bit of line. I said, well, what do you mean? She said, I was with him on the night of the Long Knives. Now, the night of the Long Knives in history was in June 1934, a year after Hitler came to power, when he decided to liquidate all his senior rivals in the Nazi party, the brown shirts, Ernst Röhm, and a dozen others. In fact, it was 84 people who were finally murdered that night. She said, I was in Berlin and I got a telephone call from A.H. He wanted me to fly straight over to join him in Bad Godesberg. He needed me. He needed the secretaries not to dictate to, but he needed them to talk to. He needed human company. And they flew down that night from the Rhine city of Bad Godesberg down to Munich, and they climbed into those big Mercedes open limousines and drove out to a town on the outskirts of Munich. She described all this. She said she was with him when he went into the hotel. He arrested all his rivals, had them taken away by the SS, and they were shot later that day in the prison at Stadelheim, just lined up against the wall and shot. It was the first bloody massacre of the Nazi regime. And she said later on that afternoon, they flew back to Berlin, and Hitler was obviously exhausted by the day's events. When they got back to Berlin, the German capital, Hitler vanished into his chancellery, into his building, like the White House. He vanished into his chancellery and she didn't see him for an hour. She said, Mr. Irving, I went down into the cafeteria by myself and I ordered dinner. The chief and I, we were both vegetarians and I knew he had eventually come down. And after about an hour, he showed up and he stood in the door, buttoning up his jacket, and he said, So, Fräulein Schröder, now I have had a bath and I feel as clean as a newborn babe again. She told me that, I suppose, 15 years ago. 40 years probably had passed since she heard him say those words. She'd never spoken them to anybody else, but those words had drifted around in her memory for 40 years, and she had longed to tell somebody this telling sentence, what the chief had said to her after killing his closest friends and rivals. I've had a bath and I'm as clean as a newborn babe again. A sentence that really says it all about him and about quite a lot of people.